Почем? 250. А что ты спрашивала? Я спрашиваю, нужно самим заказывать или у вас официантом, что у нас официант подойдет, да? Ага. Ждем официанта. Не переключать. Пока ждем официанта, столик разглядел. Симпатичный столик, да? Смотри. Даже цветочки стоят на нем. Да, вот очень приятно здесь посидеть. Еще фонтан рядом. Вообще классно. Днем, конечно, здесь особо народу нет, а вот вечерком люди собираются. Да, стол классный, конечно. Прикольно так. Плетение. Здесь есть, ну, под открытым небом площадочки. Он есть под крышей, то есть дождик, можно посидеть спокойно.